находимся в Хутунах. Это бедные, так сказать, китайские районы. Здесь кругом ездят на велосипедах. Здесь кругом мусорка. Плохо воняет. Ну, бедные китайские машины. Я снял бедную китайскую машину. Тут фиг пройдешь, на самом деле. Такие двери. Люди что-то разговаривают. Вот такие дворы, туда заходишь и живешь там. Еще кто-то ездит. Наверное, новогодняя символика какая-то. Ну, как-то так. У них у всех прикольно. На этих самых, на великах. Такие вот эти самые штуковины. Чтобы руки не мерзли. Здесь вот они живут. Ауди стоит. Ну, такие бедные районы. А вот, смотри, смотри. Типичный китайский вход в дом. Еда. Что продают? Вот тоже какой-то магазин. Китайский магазин. Всякие овощи продают. А там они живут. Долго ездить.